В Омском районе жители села Зеленое Поле не могут попасть в свои дома. Причина в дорожных рабочих. Они уже 15 раз перекапывали съезды с трассы, которыми пользуются люди, чтобы заехать в деревню. За несколько лет сельчане потратили на их восстановление больше 1 000 000 рублей, но все усилия разрушаются бульдозером. В ситуации разгребалась Юлия Боброва. Я вот живу здесь, они приехали вот копать. Вот как вот сейчас, как мне выезжать? Утро в деревне Зеленое Поле явно не задалось. Дорожники разрушают съезды, по которым жители попадают в свои дома. При появлении нашей съемочной группы рабочие запираются в машинах, а потом и вовсе ретируются. Ольга Пенясова купила здесь коттедж несколько лет назад. Говорит, каждый раз дорожники приезжают неожиданно. И никогда не знаешь, когда окажешься в очередной раз отрезанной от внешнего мира. По весне вот перекапывали, как бы, да, мы в садик не попали, пропускали садик. Если сейчас перекопают в садик, никаким образом мы не попадем. Если машина, допустим, там останется, другого выезда это нет. 7 съездов, по которым можно попасть в деревню, пытались разрушить 15 раз. На их восстановление люди уже потратили больше 1 000 000 рублей. Изначально не было никаких съездов здесь сделано. Когда мы покупали эти участки, в принципе, нам даже было, в принципе, нарисовано было, что у нас все дороги будут выходить на основную трассу. Я вот один из самых первых заселился на это поле жить. Мы съезд сделали, нам начали его перекапывать. Съезд начали оформлять, начали вставлять палки в колеса. Трасса рядом с деревней регионального значения. Съезды по закону здесь строить нельзя. Вместо них должна быть дорога-дублер. Она, кстати, существует на бумаге. Но генеральный план не утвержден. Несколько лет назад, когда нужно было продавать землю, такие мелочи районных чиновников, видимо, не волновали. Глава поселения оправдывается. В общем, кадастровые инженера, так скажем, размежевали их так, что сделали без дороги. И людям как бы люди приобрели эти участки, и все, теперь из-за этого они как бы, ну, получается, должна быть дорога. Должна быть дорога минимально 12 метров. Ее нету. В управлении дорожного хозяйства региона говорят, съезды сносят по закону. А местным чиновникам не раз ставили на вид, еще одна дорога здесь необходима. Было дано предложение, что необходимо сделать дорогу-дублер с примыканием поселения Омского района. Не прислушалась, и в настоящее время данного генплана его нет просто. И люди на сегодняшний день брошены со своей проблемой. Старые съезды уберут еще раз. Построить дорогу-дублер, скорее всего, будет уже невозможно. Но выход есть. Дорожники уже предложили местной администрации сделать в деревне 3 законных съезда. Теперь все зависит от местного бюджета и сельских чиновников. Юлия Боброва, Александр Рябуха, Евгений Русенко. Новости здесь, Омск.